Это видео будет полезно тем, кто хочет снизить расход топлива и повысить производительность двигателя за счет правильной установки свечей. Итак, я снял все свечи. Вот они. Оставил одну свечу, чтобы показать пример, как необходимо выкручивать свечу. В данном случае нам необходимо сначала снять катушку зажигания. Берем инструмент, пододеваем крепление, высовываем. Здесь пододеваем катушку зажигания. Все, она щелкнулась, высунули. Свеча зажигания осталась в свечном колодце. Вот она. Дальше берем свечной ключ, вставляем на свечу и выкручиваем. Вот она, свеча вышла. Я ее кладу сюда. Дальше. Вот на отвертку я намотал тряпку. Мы чистим свечное колодце от грязи и убираем в сторону. Итак, после того, как мы почистили все колодцы, я их всех почистил, мы будем устанавливать свечи правильно. Но перед этим я вам покажу старые свечи. Вот эти самые первые свечи, которые ставились на двигатель. Вот видите, на них нагар белый. Вот так и должно быть. Вот такой нагар. Дальше я подготовил новые свечи, нанес смазку высокотемпературную, выставил на свечах между электродами зазор. Зазор вот такой вот. Сейчас вам покажу. Вот такой зазор необходимо уставлять на электродах. Тогда свечи будут вот такие вот, с таким вот правильным нагаром. Вот я кладу, показываю. Вот она свеча. С хорошим правильным нагаром. У нее расстояние между электродами вот такое же. Теперь нам необходимо крутить свечи правильно. Я вам рекомендую иметь свечи в запасе, так как по опыту могу сказать, что не все свечи крутятся как надо. Вот я вам показываю, нам необходимо в каждом свечном колодце, в камере сгорания, вот свеча, чтобы вот так смотрела. Не вот так вот, не вот так вот, а вот так вот. И не так тоже, а вот так вот. Сейчас я подготовлю инструмент.
Вот я поймал свечу, чтобы ключ показывал направление. Посмотрите, вот боковой электрод, вот видите? Вот так вот. То есть все свечи в колодце мы будем вот так вот ставить и закручивать их в таком положении. Вот я взял удлинитель, вот видите, снова поставил. Теперь мы вкручиваем свечу в колодец. Вот видите, тут немного ход инструмента есть. Ну вот она встала правильно. Дальше нам необходимо снять инструмент, отсоединить. И зажать свечу. Вот таким вот моментом затяжки. 20 ньютонов. Дальше берем ключ, вставляем. И вот, отщелкнулось. Все. Момент затяжки 20 ньютонов. Высовываем ключ. Дальше таким же образом мы устанавливаем все свечи. Итак, вот эта вот свеча ни в какой из шести цилиндров не попала. Соответственно, будем брать новые свечи и пробовать по отношению к цилиндру, как она крутится. Вот так вот должно быть. Не попадает она. Вот так вот становится. То есть она не попадает. Вот она становится вот так вот. Будем дальше пробовать. После того, как я вкрутил все свечи правильно по отношению к камере сгорания бокового электрода, я оставил одну катушку зажигания, чтобы вам показать, как правильно ее монтировать. Видео по проверке катушек зажигания смотрите на моем канале. Дальше берем, нажимаем на нее до характерного щелчка. Вот она встала. Все. Все катушки зажигания встали. Теперь можно завести машину. Вот я завел двигатель. Двигатель холодный. Свечи необходимо менять на холодный двигатель. Если для вас это видео было полезным, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Показываю вам пример. Вот я располагал ключ вот так вот, чтобы знать, куда будет повернута свеча. Соответственно, вот видите, вот, и крутил каждый цилиндр. Пример вам показываю. Если вот так вот получалось, что свеча закручивалась
Ее можно было чуть-чуть довернуть, буквально чуть-чуть, сильно вот так вот не надо делать, вы сорвете резьбу. Вот так вот буквально чуть-чуть. Некоторые цилиндры становились вот так вот. Но видите, вот показываю, то есть это неправильная установка. Заводи. Заводи. Газ в пол. Еще раз. Еще разок.